нас в Австралии наконец-то открылся фестиваль цветов. За годы пандемии 4 фестиваля улетело в никуда. 4 раза. Труд стольких ботаников был уничтожен. И сегодня мы пришли праздновать фестиваль осенних цветов. У нас осень, апрель, погода мягкая, безветренная, приятная. И нам еще повезло, были тучки. Поэтому цвета можно видеть на этих видео, на этих фотографиях. Если был яркий день, было бы трудно снимать яркость цветов. А сегодня нам повезло. Мы рады. Я думаю, что Алиса в стране чудес как раз подходит под эти красочные картинки, под этот красочный день. И вообще-то на этом фестивале все крутилось вокруг Алисы в стране чудес. Этот рассказ я с загадки начну. Даже Алиса ответит едва ли, что остается от сказки потом, после того, как ее рассказали. Они не испаряются, они не растворяются. Рассказанные в сказке, промелькнувшие во сне, в страну чудес, волшебную, они переселяются. Мы их, конечно, встретим в этой сказочной стране. Вниз по кроличьей норе. Алисе наскучило сидеть с сестрой без дела на берегу реки. Разок-другой она заглянула в книжку, которую читала сестра. Но там не было ни картинок, ни разговоров. Что толку в книжке, подумала Алиса, если в ней нет ни картинок, ни разговоров. Она сидела и размышляла, не встать ли ей и не нарвать ли цветов для венка. Мысли ее текли медленно и несвязно. От жары ее клонило в сон. Конечно, сплести венок было бы очень приятно, но стоит ли ради этого подниматься? Вдруг мимо пробежал белый кролик с красными глазками. Конечно, ничего удивительного в этом не было. Правда, кролик на берегу говорил: «Ах, боже мой, я опаздываю!» Но и это не показалось Алисе особенно странным. Вспоминая об этом позже, она подумала, что ей следовало бы удивиться. Однако в этот миг все казалось ей вполне естественным. Но когда кролик вдруг вынул часы из жилетного кармана и, взглянув на них, помчался дальше, Алиса вскочила на ноги. Ее тут осенило, ведь никогда раньше она не видела кролика с часами, да еще с жилетным карманом в придачу. Сгорает любопытство, она побежала за ним по полю и только-только успела заметить, что он юркнул в норку под изгородью. В тот же миг Алиса юркнула за ним следом, не думая о том, как же она будет выбираться обратно. Нора сначала шла прямо, ровно, как тоннель, а потом вдруг круто оборвалась вниз. Не успела Алиса и глазом моргнуть, как она начала падать, словно в глубокий колодец. То ли колодец был очень глубок, то ли падала она очень медленно. Только времени у нее было достаточно, чтобы прийти в себя и подумать, что же будет дальше. Сначала она попыталась разглядеть, что ждет ее внизу. Но там было темно, и она ничего не увидела. Тогда она принялась смотреть по сторонам. Стены колодца были уставлены шкафами и книжными полками. Где-то висели на годиках картины и карты. Пролетая мимо одной из полок, она прихватила с нее банку с вареньем. На банке было написано «Апельсиновая». Но, увы, оно оказалось пустой. Алиса побоялась бросить банку вниз, как бы не убить кого-нибудь. На лету она умудрилась засунуть ее в какой-то шкаф. «Вот это упало, так упало», – подумала Алиса. «Упасть с лестницы теперь для меня пара пустяков. А наши решат, что я ужасно смелая. Да свались я хоть с крыши, я бы и то не пикнула». Вполне возможно,
что так оно и было бы. И она все падала и падала и падала. Неужели этому не будет конца? Интересно, сколько миль я уже пролетела, сказала Алиса вслух. Я верно приближаюсь к центру Земли. Дайте-ка вспомнить, это, кажется, было 4000 миль вниз. Видишь ли, Алиса выучила кое-что в этом роде на уроках классной, и хоть сейчас был не самый подходящий момент демонстрировать свои познания. Никто ведь ее не слышал, а она не могла удержаться. «Да так, верно оно и есть», – продолжала Алиса. «Ну, интересно, на какой же я тогда широте и долготе?» Сказать по правде, она понятия не имела о том, что такое широта и долгота, но ей очень нравились эти слова. Они звучали так важно и внушительно. Помолчав, она начала снова. «А не пролечу ли я всю землю насквозь? Вот будет смешно! Вылезаю, а люди вниз головой, как их там зовут? Антипатии, кажется!» В глубине души она порадовалась, что в этот миг ее никто не слышит, потому что слово это звучало как-то не так. Придется мне у них спросить, как называется их страна. Простите, сударыня, где я? В Австралии или в Новой Зеландии? И она попробовала сделать реверанс. Можешь себе представить реверанс в воздухе во время падения? Как, по-твоему, тебе бы удалось его сделать? А она, конечно, подумает, что я страшная невежа. Нет, не буду никого спрашивать. Может, увижу где-нибудь надпись. И она все падала и падала. Делать нечего. Помолчав, Алиса снова заговорила. «Дина будет меня сегодня весь вечер искать. Ей без меня так скучно». Диной звали их кошку. «Надеюсь, они не забудут в полдник налить ей молочка. Ах, Дина, милая, как жаль, что тебя со мной нет. Правда, мышек в воздухе нет, но зато мошек хоть отбавляй. Интересно, едят ли кошки мошек?» Иногда у нее получалось. «Едят ли мошки кошек?» Алиса не знала ответа ни на первый, ни на второй вопрос. А потому ей было все равно, как их задать. Она чувствовала, что засыпает. Ей уже снилось, что она идет об руку с Диной и озабоченно спрашивает ее. «Признайся, Дина, ты когда-нибудь ела мошек?» Тут раздался страшный треск. Алиса упала на кучу валежника и сухих листьев.